Но вот кто сейчас будет играть слева, именно слева в защите. Вот передача, Амрабат, удар и 2-0. А это уже не так и важно, потому что Роки Санта-Крус и Нардин Амрабат сделали. Догоняют по этому показателю подопечные Шустера. А хорош ведь был Амрабат. Здесь до конца боролся, молодец, и мяч отпустил. Ну как здесь великолепно сыграл Роки Санта-Крус. Ну посмотрите, какая ситуация здесь у нас сложилась. Увел двух защитников.